Центр социального обслуживания «Вера» давно славится креативным подходом к досугу своих получателей услуг. Среди очередных нововведений – занятия цигуном, древней китайской практикой, направленной на оздоровление и работу с внутренней энергией организма. Мы настраиваем себя осознанно работать со своим телом. Это вообще полезно всем абсолютно, независимо от рода деятельности, независимо от возраста. Люди старшего поколения с интересом открывают для себя что-то новое и повторяют движения за инструктором. Елена Константинова посещает центр «Вера» не так давно, но когда узнала о цигуне, сразу записалась на занятия. С молодого спортивного типа человека всегда занималась и лыжи, и зарядки. В общем, я занималась спортом постоянно. Сейчас я на пенсии, и много свободного времени я с удовольствием этим буду заниматься. Потом проблемы со здоровьем. Я надеюсь, что именно эта зарядка, цигун дыхательная, поможет с моей дыхательной системой. Китайская оздоровительная гимнастика позволяет более осознанно отслеживать состояние своего организма и улучшать биологические процессы. Цигун часто используется в качестве реабилитации после травм, а также рекомендован для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, это еще одна возможность для посетителей центра «Вера» провести свободное время с пользой. То, что написано в паспорте, это бумажка. А то, что в душе и то, что как вы себя чувствуете, это уже совсем другая песня. А цигун, понимаете, от слова ци – энергия. Так вот, для того, чтобы накачать, скажем, энергию, поддержать коллектив и, считайте, молодых душой людей, вот для этого мы все здесь. Стоит отметить, что после Балашихи «Вера» стала вторым социальным центром в Московской области, где начали проводить занятия по цигуну. Интерес к этой практике растет, и желающих попасть на тренировку становится все больше. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».